гуляя, добрались вот до этого места. Отклонились очень далеко от маршрута, увидав костел издалека с высокими шпилями. А перед этим заходили в костел святого Игнасия Лойолы, основателя Святой Инквизиции, после которой в Европе начались массовые сжигания еретиков на кострах. В соборе я не хотел комментировать ничего, там надо было смотреть. Шикарный, конечно, костел. Вот костел, к которому мы подошли, но солнце бьет с тыльной стороны на костел, и фасад пока с этой стороны снять нельзя. Ну, обойдем, попробуем снять так, чтобы солнце не попадало в объектив.